Химках продолжается активная фаза встреч с жителями. Представители депутатского корпуса, администрации, коммунальных служб совместно с химчанами обсуждают вопросы благоустройства и развития придомовых территорий. Так, на встрече с жильцами дома номер 11 в первом дачном переулке Сходни рассмотрели вопросы об устройстве спортивной площадки, планы по комплексному развитию территории. Кроме того, обсудили темы ремонта, уборки и освещения. Все проводимые работы проходят согласно пожеланиям жителей и под чутким контролем депутатов. В основу всей деятельности коммунальных служб и администрации депутатского корпуса положены пожелания и инициативы жителей. Своей задачей мы как раз и видим их реализацию. О реализации задуманных планов говорили и в микрорайоне Планерная, вблизи домов номер 19, 20 и 21. Здесь планируют установить новую детскую площадку в рамках программы губернатора Московской области. Мы обсуждали непосредственно установку новой детской площадки. Обсуждали нюансы ее установки, ее расположение, что она будет содержать. Надеемся, что площадка будет реализована в кратчайшие сроки. Да? Концепцию площадки разрабатывали дизайнеры. Ее тематика – технология. Здесь установят карусели, песочный дворик, спортивный городок. Оценить готовность игровой зоны юные химчане смогут в конце августа. За процессом работ будут следить как жители, так и представители депутатского корпуса в ходе регулярных встреч. Такие встречи на регулярной основе проходят во всех микрорайонах нашего городского округа. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина выстраивается взаимодействие между жителями, администрацией, коммунальными службами при контроле со стороны депутатского корпуса. Такой подход основан на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав».